Налей. Во. Кругом. Казалка, когда сначала становишься, ну, сначала кадетом, а потом уже, если принимаешь присягу, то тогда казаком. Это? А, ну казак отличается характером, например. И приказами. Папаха у казака есть, а у кадета нет. Папаха у меня папа шьет. В заключение данного мной обещания осеняю себя крестным знамением, целую Святое Евангелие и честный крест, и ниже подписываюсь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Я так не думала. Почему? Ну, у нас-то про них мало слышно. Ну, у нас нет казаков, если были казаки. Как это нет казаков? Здрасте. Есть? Полтаврики, конечно. Моя белорусская община и казацкая. И казацкая. Конечно. Ну, я, как сказать, про белорусскую слышала общину, так? А про казацкую нет. Казаки всегда рады были гостям. Было позором не накормить гостя и не приютить. Кулеш — это чистая казачья каша. Он варился из всего чего угодно. Ну, то есть любая каша, в общем, все, что было, все это в одном котле варили. Ну, а потом выявили самый вкусный рецепт. Пап, я еще один раз стрельну. Получается, вы это воскресенье, да, экзамен? Да. Мальчики занимаются, и она туда. Да, а как же? А что, приехать просто посидеть, посмотреть? Нет. Не уехать. Я теперь поняла, за кого вы говорите, да? Он казак, мы не знали. Может, еще кто-то? Может, мы просто не знаем, кто у нас еще казак? Такие маленькие. Ну, а какие ты хотел? Они же жарятся. Вот. Шашлычки ему маленькие. Ну, я стою с девчонкой разговариваю, и он выходит. У меня так глаза расширяются, как челюсть отваливается. Она, что с тобой? А она к нему спиной стоит. А он вышел в комке. Ай. Вот это весь в медалях, в кубанке я. Здрасте. Ну, так и осталось. Здрасте, это было навсегда. Казаки вообще должны вообще знать были до 10-го колена свой род. История моей семьи, вот именно по материной линии, покрыта тайной. Единственное, что уже я узнал уже практически перед смертью дедушки, что было родовое село в Сибири. Вот, и когда революция пошла, вот, деканули это самое. Дед сбежал в Саратов. Там поженился и там сбежал на Кубань. Я люблю вот эти вот руины. Люблю тот лес, где мы были. Вот. Тут еще лесополки есть. Тут из великих не помню, кто сказал. Человек, не помнящий свои истории, не имеет права на будущее. Вот. А теперь уже это кулеш. Мне побольше. На кому я похож? На запорожца. На шашку. Шаблю будет. А он шашка. Он там достанет. Одевай шашку. А где дети? На кого я не похож? На запорожца. Серег, стань нормально. Сейчас, подожди, я вот что-то хочу. Как сфотографировал, показать. Ну,
знаете, государство, в принципе, казаков и не поддерживает, именно на Украине имеется в виду. Поэтому все вот, как вы говорите, энтузиазм, он так здесь на энтузиазме все и держится. Ну, естественно, надо людей поощрять. Нужно и платить и атаманам, поэтому нужен какой-то фон. То есть, если, допустим, вот на Кубани, я в Темрюке там часто бываю, там казаки ходят, занимаются охраной общественного порядка. Они получают деньги. Ну и как без денег? Но казачье подворье мы создавали лет 5 назад. Для того, чтобы соорудить здесь музей, хаты казака. Они несут службу по охране правопорядка совместно с нашими органами внутренних дел. Вот они получают в месяц, значит, 25 тысяч рублей. Для Темрюка это большие деньги. Мы создали 13 предприятий казачьих чисто вот в Темрюкском районе, связанные со строительством, связанные с охранной деятельностью. Конечно, наверное, сейчас лето. Я не вот попробую сейчас собери. Это очень тяжело. Один уехал на Кубань, другой там диплом защищает, третий там практика, тоже не соберешь. Да, если вы помните, то бежим до остановки. Маленько, с йогурта есть. Казачество должно тоже работать, должны пропагандировать себя, должны как-то, может быть, молодежь привлекать в школах, в вузах, где-то, ну, проявлять себя. Мы ж не будем за них работать. У них форма красивая, они на лошадях прыгают. Нет, не надо смеяться, наоборот, это очень... Красиво, на лошадях мы катаемся. У них вот это, усы растут. Да. Ванька, вот тут, а у тебя будут усы? Вот тут торчит. Ну это стрёмно. Это тупо. В форме жарко. Нет, есть летняя форма. Именно кадеты носят другую форму, совсем другую. Нету этих шароваров, Полина, ни в коем случае. По приказу 16 июня 2012 года в 12 часов в Центре международных связей Таврика провести искусы для кадетов воскресной казачьей школы по следующим предметам. Традиция, история казачества, огневая подготовка, строевая подготовка, закон Божий. Общая команда. Ронясь. Эрра. Направо. Налево. Отставить. Налево. Господин Тон, кадет Миронко по вашему посылению. Тебя не спрашивают. Все, молчать. Налево. Кругом. Разойдись. Переходим на огневую подготовку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, готовку убрал. Пап, я следующий. Ты самый? Угу. Смешение? Ты видел, как даже пулька полетела? За полкилометра. Попал. Попал, вот этот раз попал. Последний. Попал. Серега, два раунда. Я ж не в нижнем. Кадет Егоров, по вашему приказанию прибыл.
Отче наш. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле. Кроме Отче наш, что еще знаешь? Самая короткая молитва. Господи, помилуй. А еще короче. Зам начальника скажет, не надо без этого. Служу я сейчас назад. Сядь за языком. Эдмир, выйди из строя. За всех нас стыдно. Еле-еле мямлит. Казак, даже если ничего не знает, он вывернется, он придумает, он набрешет три короба. Вопросы есть? Никак нет. Вольно, разойдись. Ой, здесь у нас же все ж по-заграничному, не то что там у вас. Мы же за границей, у нас и борщ по-заграничному. Кажется, сейчас уже все механическое, а бабка на терке все трет. Ну что, пусть в Москве посмотрит Путин, как мы их не здесь страдаем. Может, заберет к себе-то. Если папка тут нам борщ будет готовить, а? Не знаю, что вот Россия нам больше тянет к себе, чем Керчь. Да, было бы куда в Россию я бы уехала. Даже не заглядываясь. И не оборачиваясь на нее. И не сожалела бы никогда. А он не катался еще ни разу. Только я один раз. Два круга. А он сегодня катается. Ой, разбила. Не, на брючке ездил. А что это? Родина начинается с человека. Потом, если он кого-то родит, то семья начинается. Да. А и сначала, когда человек появился, это еще не родина. Когда семья, это уже родина. Живи, казак, атаманом будешь. Не живи. Терпи, казак, атаманом будешь.